Анонс и точный дата выхода второй серии нового турецкого сериала «Радость моей жизни». Вторая серия сериала выйдет в эфир 14 июля. Ранее в сериале мы увидели, как события разворачиваются вокруг одной женщины по имени Неша. С самого раннего возраста она мечтала стать врачом, и ей хотелось помогать людям. Когда Неша заканчивала обучение в школе, то уже точно знала, что после этого поступит в медицинский колледж и будет стремиться навстречу своей мечте. Она уже давно поставила перед собой определенные цели и стала уверенно к ним стремиться. Только все пошло совсем не так, как на то рассчитывала Неша. Она никак не могла предвидеть того, что в ее жизни ворвется головокружительная любовь. И придется оставить свою главную мечту позади. Все начинается с того момента, как она поступает в колледж и там знакомится с молодым человеком. Между ними сразу же вспыхнули сильные чувства, и они с головой погрузились в свои романтические отношения. Вот только так все продлилось недолго, и влюбленные решили пожениться. Наше пришлось оставить учебу в колледже, так как теперь ей необходимо было заниматься семейными хлопотами. Вскоре появились дети, и про мечту врача пришлось совсем забыть. Но Наша все устраивала, и она была вполне довольна тем, как именно сложилась ее жизнь. Когда прошли годы, и дети стали уже довольно взрослыми, то только тогда Наша решила, что она обязана окончить обучение и наконец-то стать врачом. Вторая серия сериала выйдет в эфир 14 июля. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.